Вот, как и просили, модули с HT20 и BME280. Модули метеостанции. HT20 – это датчик температуры и влажности, а BMP – это датчик атмосферного давления. Ну и он тоже умеет измерять температуру. Вообще, данный модуль – это замена датчика BME280. То датчик все в одном, там и температура, влажность и давление. Но как-то одномоментно на него поднялась цена, и стало выгоднее ставить два датчика на модуль. Кстати, вот на этом HT20 кристалл точно такой же, как и на HT25. Ну, это отсылка к прошлому видео. А значит, это новые ревизии, и 20 и 25 действительно ничем не отличаются. Ну, только форматом модуля. Тут же модуль тоже минималистичный. Есть вот только здесь вот подтягивающий резистор и конденсатор фильтра. И это плохо. BMP-280 – низковольтный датчик, для него типичное напряжение питания в 1,8 вольта, что ли, там 3,6 максимальное. Подключать такой к 5-вольтовой Arduino, ну, это остаться без датчика давления. Ну, вот, вот здесь вот конвертер уровня и стаб питания на плате вообще не лишние были бы. Кстати, такое есть еще в таком вот формате, со шнурком для подключения. Ну, возможно, для каких-то целей шнурок будет удобнее, только шаг контактов здесь не 2,54. Вот. Надеюсь, видно. Рядом с гребеночкой. Как подключать это к Arduino? Ну, через конвертер логических уровней. Здесь вот идет питание 5 вольт и I2C с Arduino на конвертер логических уровней с одной ее стороны. С другой I2C, который уже 3,3-вольтовый, идет на модуль. И также вот питание с Arduino 3,3 вольта подключается к модулю конвертера и к питанию модуля с датчиками. С 3,3-вольтовой логикой это было бы попроще. Можно было бы этот модуль подключать просто напрямую, без вот этих вот костылей. Ну, из-за датчика давления приходится вот так. Перед тем, как ковыряться с библиотеками, наверное, имеет смысл вообще проверить, правильно ли мы подключили. И можно вот залить пример I2C-сканера и посмотреть, какие у нас есть устройства на шине. Если они, конечно, есть. Конечно, он их определит. Так. Загрузилась. Смотрим монитор порта. И вот есть у нас два устройства. 38 это, видимо, датчик HT20. А это у нас BMP280. Ну и библиотеки. Ну, библиотека для HT21 у меня вроде как установлена. Вот она от DF Robot. Можно примерчик просто сразу взять и загрузить. И ничего не работает. А все потому, что это библиотека от SHT20, которую я все время путаю. С ними. Вот она, HT20. Ну, попробуем еще раз загрузить. Так уж. Ну, вот другое дело. 28 градусов, 34%. Можно даже... Ну, да. Даже работает. Датчик довольно отзывчивый. Вот. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. BMP-280. Это кто? Вот, DF-робот, отлично. Не можно мою старую обновить даже. Ну, в принципе, библиотек, по-моему, предостаточно. Так, смотрим, что у нас тут появилось. BMP-280. Чтение даты. Ну, загружаем. Устройство не найдено. Почему? Возможно, какая-то проблема с адресом. Ну, попробуем что-нибудь другое. BMP-280 тест. Вот, а вот это работает. Видимо, где-то здесь нужно указать адрес данного датчика, и все будет нормально. Просто только где. Это не суть важно на самом-то деле. Вот есть рабочая библиотека. Показывает также 29 градусов и температуру в паскалях. Для перевода паскалей в привычные нам миллиметры ртутного столба нужно паскали разделить на вот это вот число. Соответственно, здесь у нас
Ну, можно, в принципе, прям здесь. Переставить и попробуем загрузить. Ну да, привычный нам миллиметр ртутного столба. Только здесь тоже надо поставить миллиметры. Ну то есть работает датчик, библиотека и с 5-вольтовой Ардуиной. Да, по сути это два датчика на одной шине. Ну а что с этими знаниями делать? Ну это модуль для домашней метеостанции. Как бы ничего не мешает подключить сюда сейчас дисплей и выводить данные на него, а не в монитор порта. Но он также неплохо подходит для работы с ESP8266. Можно отправлять данные на народный мониторинг. Все про это было уже рассказано неоднократно. Но вот сам формат модуля, ну, возможно, для обучения работы с датчиками это не самый, наверное, лучший выбор. Это больше подойдет для радиолюбительских поделок. Ну и цена его. За 100 рублей получаем все необходимые данные для метеостанции. Ну а примерчики, ну просто используем две библиотеки, не знаю. На этом, наверное, и все. Ссылки все, как всегда, в описании. Спасибо за внимание. Пока.